Всем привет, ребята! И сегодня я снимаю видео покупки с АТБ. Давайте уже начнем. Первое — это вот такие вот шарки граф-жираф. Это граф-жираф. Типа творожные батончики в глазури с орехами. Ну, не знаю, но это сырки, а не батончики. Так вот, это типа что-то типа Парижа. Тут Эйфелевая башня. Тут какой-то шляпе он. И шарф у него. И он на велике. Но кто это придумал, я не знаю. Но они реально вкусные. 6 штук. Мы каждый раз покупаем, потому что они по акции. Но вообще очень вкусно. Следующее — это у нас колбаса. Вот такая вот колбаса. Золотистая колбаса. Вот, смотрите. Просто обычная колбаса с АТБ. Но говорят, что она золотистая. Сыра. Так, это 2 одинаковых сыра. У них одинаковые вкусы. Тут бутерброд и тут бутерброд. Ну да, я в принципе тут тут одинаковый вкус, тут у всех просто вкус, это просто красный, там, по-моему, еще желтый, но не в бутербродах речь, понимаете? Следующая — это программа, пусть программа — это такие бананы. Там было 6 штук, мы решили один отломать, потому что если я не съем, то они пропадут просто. Вот. Они просто очень свежие. Следующая — это большая, не знаю, сколько тут литров. Кока-кола тут, оригинал, 2 литра. Вот тут, ну вы знаете, тут у кока-колы крышка красная, и она сама черная просто. А если я ее показываю, то не повод, чтобы ее пить. Ну, вы поняли. Вот следующее — это майонез для оливье на Новый год. Вот тут яйцо нарисовано. И вот тут оливье. Ой, не оливье, а вот это масло. Блин, я все с оливье парим. Ой, я все оливье называю. Ну, вы поняли, это масло. Вот. Это дальше обычный твор... Ой, я что-то путаюсь. Сегодня это просто обычный сахар, 1 килограмм. Разумный выбор. Так, следующее — это просто киндер. Вот такой вот миньон. Киндер-сюрприз. Вот тут такой дядька, кто смотрел миньонов, тот поймет, что это за герой. Следующее — это 2 октимели. Это мультифруктовый. Но этот очень вкусный. И это клубничный. 2 октимели, они, наверное, самые вкусные. Следующее — это вот такие вот огурчики. Маринованные. Вот. Верес. Вот тут хрумкие, 500 грамм, 250 грамм. Так, следующая — это у нас картофелька. Такая, ну, обычная, ну, про нее там нечего рассказывать. И это 2 гранаты. Еще рассказываю, почему мы взяли маленькие. Потому что там одна большая стоит 130 гривен. Она того не стоит. Угу. Так вот, да, 130 гривен стоит килограмм. Следующее — это хлеб с нашего булочника. А нет, тут не написано, что с булочника, но это с булочника. Это икра с кабачки, то есть икра кабачковая. Вот тут морковка нарисована. Тут 500 грамм. Вот. Тут нудный маленький шрифт. Но как в мультиках говорят, маленький шрифт нужно читать обязательно. Это тоже от фирмы Верес, томатные черри. Томаты черри. Ну, это такие помидорчики маленькие. Кстати, нашу собаку тоже зовут Черри. Ей все посвящают. Даже помидоры. Так, тут опять этот нудный шрифт. Тут
500 и 250 грамм. Масса основного продукта. Масса нетто. Неточная масса, наверное. Так, следующее — это просто мясо. Это свинина. Вот это со свежиным. Кстати, это свежина и булочник — это просто один магазин. Кто живет в Украине, тот поймет, что просто булочник на втором этаже. Так, спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока, до новых встреч!